видите меня, не видите. Всем привет. Извиняюсь за внешний вид. Очень устали. Едем в центр. Животное отдельно на машинах рейнджеров. Выехали с аэропорта. Очень напряженно было, пока обездвижили Симбу, вывели с самолета. Надо было срочно собрать ту же клетку, что было в самолете. Разобрали. Как всегда, многие боялись, местные, кто встречает, все боятся льва. Даже пришлось мне по требованию местных ветеринаров взять Симбульке кровь из вены. Потом на мой вопрос, да к вам надо, вы и берите. Не бояться, хотя Симба храпел. Вот. Привет Челябинску. Привет, доброй ночи. Вот. Едем сейчас в центр, там будем их встречать, выпускать карантинное помещение. Все готово. Полет длился очень долго, фактически сутки мы находились в самолете. Ну, как всегда, мы попали в ситуацию, когда из-за 20-минутной задержки из Челябинска в Саудовскую Аравию долго нас задержали, так как коридора не было свободного. Плюс еще война в Судане изменил маршрут. Маршрут был согласован до всех этих военных действий. Пришлось долго согласовать еще новый маршрут по новым странам. Это уже бедные летчики там решали. Фактически очень здорово вели себя наши звери, несмотря на жаркую погоду Саудовской Аравии, там, наверное, под 40 было днем. Подвезли специальные там кондиционеры, кондиционеры этого борта, там всякие там машины, чтобы был прохладный воздух на борту. Единственное, что нельзя было выходить никуда, вот мы там и тусовались. Скормили, поили, животных тоже кормили, поили. Вот. Симба храпел, на всех боках спал. Очень много кадров, все, кому лень, все снимали Симбочку. Очень хороший, воспитанный мальчик. Вот. Так что мы сейчас едем в центр, туда привезут наших зверей, я их выпущу. А дальше уже в отель отдыхать, честно. Без ног, без рук. Вот. Очень дружелюбно танзанийцы нас встретили. Единственное, что долго-долго всеобразные службы заходили, проверяли, смотрели, фотографировали. Вот. Это первый раз признавали, что на борту самолета такие дикие животные прилетели. Вот, конечно. Все здорово, погода хорошая, по прилету был такой дождик, моросил, сейчас дождя нету, но чувствуется, что очень большая влажность. Вот тут у нас едем необычно, правостороннее движение, все машины праворульные. Вот, ну, вроде пока дорога хорошая, хороший асфальт, не трясет, так что мальчишки наши справились, киперы. Ну, в целом все хорошо. Вот они у меня сидят впереди. Тут наш друг сидит сзади. Hello. Вот вам передает привет. И
Ева отличная. Ева всю дорогу ловила все, кто ходили в туалет. У нее барьер был уже в конце салона. И на всех охотилась. Бедные стюардессы ходили так по стенке. Но уже в Судане она успокоилась, когда поела. Хорошо, все отлично. Даже для меня. Я не ожидал, что так хорошо поведут себе наши животные. Я очень переживал, что они летят в салоне. Могут быть и неожиданности в виде какашек и мочи. Вот. Пеленки, конечно, очень сильно выручили. У нас двойные дни были в клетках. И фактически ни одного противного запаха не было от наших животных. Все четко, все хорошо. Так что, друзья, наш проект приходит к такому финальному завершению. Одна беда, что мы не видим, не будет прямого включения из центра, потому что там вообще даже телефоны не ловят. Это, ну, такое глухое место. Вот, то есть будет все в записи, придем в гостиницу, там постараемся и постараемся там оттуда все выдавать, только вот в виде записи. Если понадобится эфир, подключусь, расскажу, свободного времени будет много. Так что, мои дорогие, вам надо отдыхать, собрать силы, потому что я даже свои таблетки в чемодане оставил, пропустил вот эти два дня. Даже немножко свое здоровье. Так что подправим. Дальше. Интересные новости. Все, не буду дальше вас мучить. Эфир сохраню, потому что сейчас уже в Челябинске поздное время. Многие отдыхают. Чтобы с утра включили и порадовались, что мы уже долетели. Мы в Африке, мы в Танзании. С аэропорта направляемся в центр. Вся остальная наша группа из 7 человек, они направились в отель. Это представители наших меценатов русской медной компании, представители благотворительного фонда русской медной компании, фотограф. Очень классные есть фото, очень классные есть видео. То есть фактически это вы все увидите. Может, уже где-то и выложили наши друзья. Так что следите за новостями, поделитесь добрыми новостями. Мы это сделали с вами. Спасибо, дорогие, спасибо. Все у нас еще впереди. Всех обнимаю, всех целую. Ваш доктор Айболит.